Вроде бы обычный айтишный офис, но давайте посмотрим шире. Наши проекты касаются разных сфер – ритейл, медиа, медицина, производство, государственный сектор. Кстати, это приложение тоже делали мы. Год назад я параллельно с работой начал стажировку как .NET-разработчик. За это время достиг уровня, когда меня заводят на один из наших ведущих проектов. Конкретно сейчас проект, над которым я работаю, использует последнюю версию .NET Core, C#, современные паттерны, Unit of Work. За 3 года я прокачался до мидла, тира-тимлида, оптимизировали процессы, в частности, перешли с долгой Монги на Elasticsearch. Интересы сотрудников и интересы бизнеса пересекаются в рамках наших архитектурных решений. Мне приходится делать невероятные вещи, просто потому что это попросили сделать быстро вчера, и оно должно работать безупречно. Уже интересно? До встречи на собеседовании!